сыграем в доту. Хочу бросить тебе вызов. Пойти один на один, лабак. Джутро! Что ты сказал? Ты же понимаешь, что меня ты никак не выиграешь. Повторять не буду. Идем один на один. Он так уверенно говорит. Неужели он правда умеет играть? Хватит. И даже если он умеет играть, то мне все равно нету равных. Йотро, что ты делаешь? Ты чуть не умер. Что ты будешь делать, Йотро? Еще б немного, я б тебя убил, Йотро. Ты не умеешь играть в эту игру. Прими это, Йотро. Эта игра не для тебя. Фуражка. Дурак. Думаешь, сняв фуражку, это что-то изменит? Йотро, он долбанный задрот. У него 1000 часов наигранных в доте. Ты же понимаешь, что все зависит от того, как ты нажимаешь на кнопки. Я давно наблюдаю за твоей игрой и вижу, что ты не можешь даже банально добивать крипов. Давно я не играл всерьез, поэтому снял фуражку. Хотелось бы, чтобы ты уже побыстрее сдох. Я закончил эту игру. Похоже, терпеть тебе не придется, потому что сейчас я закончу эту игру своей победой. Йотро, что с тобой? Поверишь ты мне или нет?